КПК, будем так говорить, играет ведущую роль в развитии Китая по всем направлениям. Я, наверное, в Китае 6 или 7 раз был. Вот. И видел, как растет действительно благосостояние. Вы действительно под идеями возглавляемой партии продвигаете именно многовекторное развитие своей страны. Это для того, чтобы повысить любыми путями благосостояние людей. Вы показали пример всему миру даже в прошлом году, когда с учетом эпидемиологической вот этой ситуации, насколько вы четко, слаженно смогли с этой ситуацией справиться. Это тоже огромнейший пример. Но то, что касается, еще раз, эпидемии, вы явились образцом того, что какие меры, что нужно предпринимать в борьбе с такой страшной эпидемией. Но Китай, опять же, за прошлый год под руководством КПК практически показал, если память мне опять не изменяет, у вас у единственных только был рост ВВП, это тоже о многом говорит, понимаете? Когда у других на фоне капиталистических стран ВВП обвалился 25-40%. Вот это и говорит о той политике, которая проводится. Я хочу пожелать развития в целом Китаю, не сбавлять темпов развития, только приумножать, потому что мы должны показать, что вот эта социалистическая модель, или как вот вы называете, социализм с китайской спецификой, это действительно современная модель, она нацелена на заботу о человеке, развитии страны и показать всему миру. И не сдаваться, а идти только вперед. Я хочу поздравить со столетним юбилеем